Всем приветики. Сейчас сижу, транслирую игру и подключил второй монитор, подключил, в общем, телевизор в качестве второго монитора. Блин, это так круто. Это прямо так вообще максимально удобно. Вот как бы компьютер работает. Тут я играю в игру. Сижу, играю в игру. А тут я вижу, что делается на трансляции. То есть, вот программа, через которую я транслирую. Вот она. Вот чат, где все пишут. Вот состояние трансляции. То есть, я здесь вижу и чат, кто что пишет. Помимо того, что слышу, еще вижу состояние трансляции. Вот зеленый квадратик в программе. Если начинает там оранжевить, краснеть, еще неполадки. Плюс состояние трансляции на Ютубе. То есть, если там тоже бывает здесь зеленое, а здесь краснеет, это тоже как бы влияет. И то есть я сразу все вижу. И тут, как бы, и чат, и вижу то, что на трансляции происходит, как бы. То есть, если я вот в игре начну двигаться, то и там я все сразу вижу. Если происходят какие-то действия, тоже это все видно. Это прям максимально удобно. Ты вот сидишь такой, здесь что-то делаешь, и там это все видишь. Еще видишь и чат, и программы, в которой все это происходит. Если что-то происходит, какие-то события, ты видишь их вот тут вот на экране. Ну и чат, видишь как бы два чата и Твича, и Ютуба. То есть максимально удобно. Сразу оно непривычно, то, что ты сидишь, и сбоку что-то мелькает. Это как бы немножко непривычно. Но потом это прям максимально удобно. То есть ты видишь... То есть ты все контролируешь. Тут зеленое, значит, все норм. Тут зеленое, все норм. Если тут станет серое или красное, тогда уже проблемка. Ну и плюс чат, если где-то что-то не понял, раз такой. И смотришь. И все прям максимально удобно. Реально. Это вообще круто. Сидишь такой. В общем, я доволен, что подключил второй экран, хотя это просто телевизор, реально, просто телевизор. Я им не пользуюсь, он стоит без дела, а сейчас вот, то есть все равно сейчас я не смотрю телевизор, зачем смотреть телек, когда есть комп, тем более комп побольше, поудобнее, а сейчас вот прямо общая хорошая реализация монитора в качестве телевизора, в качестве второго монитора вообще, классно, вот. Как-то так, такая вот удобная штука. Ну а на этом все. Всем покедова.